прошлом году объем рынка телекоммуникаций в России вырос и достиг 1 730 миллиардов рублей. В этом году аналитики прогнозируют сохранение динамики. Что станет драйвером роста в 2020 году для компании МТС, рассказали на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года. Компания МТС укрепила лидерство на российском рынке мобильных услуг. Число абонентов превысило 79 миллионов человек. Выручка составила 476 миллиардов рублей. Ключевым результатом года компания называет свою трансформацию в многопрофильный цифровой холдинг и готовность развивать новые направления, в том числе в сетях 5G. Мы в прошлом году утвердили новую стратегию развития цифровой экосистемы, которая предполагает мультипродуктовость. Мы показали хорошие результаты по финансовым сервисам. МТС-банк вырастил свой портфель почти на 80% розничного кредитования, существенно увеличивая операционные результаты. Порядка 20 миллиардов мы получаем от услуг системной интеграции и продажи софта уже. Больше миллиарда рублей от облачных сервисов. Мы запустили новое направление медиа, развлечений. Сейчас МТС продюсирует производство фильмов и спектаклей, а в конце второго квартала планирует запустить умную колонку с голосовым помощником «Марвин».